Вайпер 1 готов. Мэверик подходит, ждите. 3, 2, 1. Спустя 34 года Том Круз возвращает нам Мэверика. Это фильм-соревнование о семье, дружбе и самопожертвовании. Этакое любовное послание всем любителям авиации. Мы покажем вам, что по-настоящему означает быть пилотом из Top Gun. Вы просто не сможете показать такой опыт, если не будете снимать все в натуре. Для выполнения этой задачи с нами работали лучшие летчики-истребители в мире. Мы работали с совершенно новой системой кинокамер, которая позволила нам разместить 6 камер уровня IMAX внутри кабин самолетов с актерами. Проверка камер. Камеры включены. Поехали. То, что мы видели из кабин самолетов и какой опыт сможет пережить наша аудитория, просто потрясающе. Эй, немного выше. Оставайся в этой позиции, ты в поле зрения камеры. Благодаря Том Крузу, все актеры научились правильно переносить перегрузки, которые они испытали во время съемок. Они агрессивны. Ты не можешь сыграть это. Ведь твое лицо как бы стекает вниз. Они выжимали 7,5-8G. Это 1600 фунтов силы. Я очень горжусь ими, что они это прошли. И это было реально тяжело. Посадить нас в эти самолеты — это очень серьезно. Вот почему все думали, что это будет невозможно. И я думаю, когда Том слышит, что что-то невозможно или не может быть сделано, тогда он сам все берет в свои руки. Вот это тренировочка. Полет на одном из этих истребителей — это абсолютно захватывающая поездка. И мы хотим быть уверены, что наша аудитория получит похожий опыт. 3, 2, 1, форсаж! Фильм такого уровня об авиации никогда не делали ранее. И вполне возможно, никогда не повторят снова.